Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие зрители! У нас прогноз для львов на август. Давайте посмотрим, какие энергии ожидают представители знака зодиака лев в августе месяце. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия августа, знак зодиака лев. С какой энергией вы входите в август из июля? По этой информации вы поймете, резонирует с вами расклад или нет. Что вас ожидает в августе? Первая декада. Вторая декада. Третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Да, у вас 4 старших аркана из 5 карт. Месяц будет для вас важный. Хорошо, энергии, с которой вы входите из июля в август. Здесь у вас ложится крылатые посланники, это двойка роз. Карта у вас прямая. Мы видим, что стоит круглый стол, который накрыт к чаю. Над этим столом летает голубь, но сбоку летит ястреб. И он несет в клюве какое-то сообщение. Но ястреб у нас — это хищник. И все это происходит на фоне дома. Прямая карта может показывать на небольшой конфликт в вашем доме или в вашей семье. Это может касаться вас или кого-то другого из вашей большой семьи. Здесь могут быть денежные вопросы относительно дома, наследства или личных финансов. Вот этот голубь несет сообщение от вашей души. Он вас призывает увидеть вот эту маленькую драму через ваш высший разум и ваше сострадательное сердце. Да, вы можете почувствовать себя сейчас вынужденным быть миротворцем или проводником в этой ситуации. Карта говорит, поступайте так, как подсказывает вам ваша душа. Вот этот ястреб может говорить о том, что вы самостоятельно втянетесь в этот конфликт, и тогда на вашем пути может возникнуть большие трудности. Но так как у нас голубь находится высоко над всей этой проблемой, вы сможете все это увидеть ясно и успешно разобраться с этим. Что у вас будет происходить? Первая декада, у нас здесь ложится первый старший аркан, это оракул Дельфи. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что сидит женщина, она получает информацию от высших сил из космоса. Она ее получает, и она может ее объяснить. И она ее передает жрецу, который записывает эту информацию для людей. То есть здесь карта показывает женщину, ну это Пифия или это Дельфийский оракул, который обладает очень сильной интуицией. Она получает образы, предчувствия, и она их объясняет. Но когда эта карта ложится в перевернутом положении, она говорит, что, скорее всего, вы не слушаете или отрицаете ваш внутренний голос. Может быть, вы уже получали знаки от вашей души, но или их не признавали, или им сопротивлялись. Может быть, сейчас вы ограничиваете свои эзотерические медиумные способности. Но карта говорит, в любом случае вам нужно прислушаться к вашему внутреннему голосу, услышать вот эти мощные сообщения, которые вы получаете. Потому что когда вы их отрицаете, вы разрушаете все то, чего желаете достичь. Когда вы прислушаетесь к своей интуиции, услышите вот этот свой внутренний голос и ответите на него, то вы можете стать оракулом своей собственной жизни. Вторая декада августа у вас ложится архангел Гавриил или Габриэл, и он у вас прямой. Вообще у нас архангел Гавриил – это божественный посланник, это архангел общения. На своей груди он носит герб Меркурия, а Меркурий у нас – это бог общения. Вот этот любящий ангел несет святые слова истины в мир и легко принесет их вам. Так как эта карта ложится прямая, она говорит, что сейчас у вас будет очень сильна связь с этим архангелом. То есть ваша сила самовыражения будет расти.
Вам намного легче станет общаться с другими, выражать свои мысли, чувства. Может быть, даже работать над проектами, которые связаны с коммуникациями. Это может быть издательство, консультирование, обучение, преподавание. Может быть, журналистика, маркетинг, телевидение, радио, интернет. Может быть, блогерство для кого-то. У вас очень хорошее время сейчас для этих начинаний. Но не имеет значения, что вы сейчас будете делать. Самое главное, помните о силе слов. Габриил сейчас рядом, он вдохновит вас, и вы позвольте громко заявить о себе. И третья декада августа у вас ложится 20-й старший аркан. Это карта Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум. И карта у вас прямая. И она несет вам время огромной силы, равновесия и самовыражения. Сейчас у вас очень сильная связь с высшими силами, с вознесенными владыками, даже если вы не осознаете это. Вот с помощью вот этих вознесенных мастеров вам сейчас подвластно объединить огонь творчества с водой эмоций и восприимчивости, чтобы постараться внести свой вклад в мир. Сейчас у вас высоко над головой находится корона. Вы можете оказаться в позиции значительной власти и влияния. Вот с этими силами вы сможете дисциплинировать себя и попытаться их объединить через, может быть, медитацию, через творчество и через какие-то необходимые действия. Карта говорит, воспользуйтесь вот этим временем и используйте вот эту силу правильно. Но это не что иное, как божественные силы, которые сейчас движутся через вас, чтобы вы могли проявить их в мире. И энергия, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Да, очень странно, что она легла перевернутая. Ну, прислушайтесь к этой информации. Это 4-й старший аркан. Карта называется «Рождение», «Начало», «Зарождение». В прямом положении мы видим, что стоит женщина, и к ней навстречу бегут дети. Это время для очень хорошее время для какого-то нового начала. Но когда эта карта переворачивается, она может говорить о трудностях или о срочках, связанных с беременностью, в любовных отношениях, в семье. Может быть, сложности с одним из ваших детей или сложности у ваших детей, или между вами и ребенком. Да, у кого-то может быть ребенок или поступил учиться куда-то, уедет из родительского дома. Или, может быть, ребенок создал уже свою семью. Да, по этой карте вас может одолевать чувство одиночества, отсутствия любви или неудовлетворенное желание дома и семьи. Вам говорят, будьте сильны и прикоснитесь к безграничной любви, которая есть внутри вас. Это сила, которая может изменить все. Но также эта карта может говорить, что вы будете испытывать сложности в поиске или в достижении своей цели. Может быть, в новых начинаниях, в новой работе, в бизнесе или в творческих проектах. Карта говорит, возможно, просто внешние возможности еще не даны. Просто вам нужно усерднее работать. Это не крах всем вашим новым начинаниям. Может быть, вам потребуется найти другие способы, чтобы достичь желаемого. Да, это была энергия августа для знака зодиака Лев. Также я советую вам смотреть расклады по вашему асценденту. У меня для вас все. Всего вам хорошего.